Всем привет, ребят, с вами Одиссев. Сегодня будем тестить Old Godly, пойдем. Какой режим? Какой хард? Глух. Ну не знаю, что выделится. Надеюсь, хард. Такс. Для начала надо фармить. Ты вот здесь защищай. Но сначала, вначале можно вот так защитить, хотя тебе не надо. Блин, а где тут поставить-то, даже места нет. Угу. Я, наверное, для начального дефа поставлю диджея, но в принципе норм. Сейчас еще же босс пойдет, возможно. Хотя это вроде хард, потому что, ну... Да, это хард, походу. Норм тогда. Да не здесь, а вот здесь отдефать. Потом переставишь. Опа, прокачал. Да вообще все хорошо у меня. Диджей все справляется со всеми. Только сейчас дуал клав идет, но с ними не справится. Тут дуал клава 6000, он не справится. Он уже все проиграл. Да боже, проснись, ура. Так, надо еще прокачать, мне кажется. Так. Ой. Так. У меня его друг вчера с 600 монет выбил. Он такой, угадай, что мне выпало. Открывается ему Райт Годли. Вот. Так. Пока что я буду прокачивать Санд. Годли потом поставим. Вот. Такой. Это не новый Годли, а старый, да. Так. Ого. О, полиция. Полицу. Так. Ой, кстати. Максим, а ты как-то поставил, он еще вот здесь адефает. Так, как-то нечестно. Ну ладно. Если даже его сюда поставить, все равно бы дефолт. Так. Ну, можно было его, смотри, вот здесь поставить. По место. Так. Ой. Ой-ой. Какой все нормально. А что? Справимся. Не думаю. Ладно, все равно справимся. А с этим мне, скорее всего, не справится. Это
Надо поставь там. Я поставлю. Так, все, мне кажется, время Годли. Опа. Все, я пока что диджея, наверное, не буду продавать на имба пока что. Такс. Пока слабо бьет. Покорил слабо, до 2к только наносит. Апгрейжу. Так, тебя там вообще не слышно, мне кажется. Так, прокачиваем. Вакуум. Мы его добили, все норм. Так, ну прикольно. Так. Я за всех, за тебя. Ну сейчас да, за меня тоже. О, новогодний крит получили. А че я не в полноэкранном режиме играю? Я уже просто привык так трейдиться. Ой. Ой. Ну да, изи. Убить у него есть меч. Есть телевизор с красным экраном. Я его покачал. Смотри, экранчик появился. Так. Знаешь, на первом левеле он как-то выглядит вообще по-другому. Просто стоит в костюме и телевизор такой. Не очень как-то. Круто. Так, о, все вообще отлично, только вакуум проходит немного. Ой. Так. Это Годли. Апгрейд старт снимаем. Так, теперь я ставлю ученого. Пойдет. Еще одного. Пойдет. Ой. 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 И мне еще осталось одного ученого прокачать, тогда я буду качать Годли, и все отлично вообще будет. Вот тут только 2 вакуума идет, а вот. То есть... Ой. Ну, мне кажется, надо дефой. Так. О, кстати, вот здесь я реально ставлю для подмоги, если чего. Реально ставь вот здесь для подмоги. Так. Что? Смотри, у него теперь еще один экранчик появился. О, смотри, он у него другая анимация атаки, и вроде бы вот это вот появился. Так. Угу. Так, с мутантом или 2.0, а мы смотрим. Вот я еще апгрейдил. Ой. Круто добьет. Так. О, всех боссов убили. Теперь вообще изи будет сейчас. Так. Аэроплан. Glasses. Босс. Че их так много, че им прям спамят. Вот, кстати, должен, знаешь, что? Сейчас скоро должны куча этих больших туалетов быть. Просто больших. И знаешь... О, они... это подожди, это что за атака? Это они будут... Ты будешь
теперь ты их будешь зацеплять, типа. Это я так. Иди. Типа, чтобы они медленнее шли? Нет, если ты прям... Они прям будут на месте стоять. Чего? Прикольно. Так, давай. Ну, её перезарядка вообще. Застанем. Так. Пока что он какой-то все равно слабенький, но сейчас будем бы. О, ты посмотри, какой у него радиус. Это прикольный радиус, разноцветный такой. Раньше были только белые радиусы. Так. Вот так, смотри, это уже как-то не очень выглядит он. Так. У нас тут миниган и вакуумы идут. В принципе, все нормально. Еще боссы, аэропланы. Аэропланы. Его застанили. Так. Вот ставь, да, вот так, здесь коробку, да, для помощи. В принципе, да. Так. Ну, это вообще не за тогда. Ну, они где-то за секунд 10 убьют босса. Потому что это... Что-то... Ты еще... Да. Реально. Могли на этом и арте, и евро. Так. Блин, я бы хотел в ивент пойти больше. Только ее закрыли. Так. О, уже станет. Начал станить. Так. Аэроплан застанет. Аэроплане застанили. Ладно. Ты что? Так. Так. Ой. Го, потише. Сколько же, сколько обычных элементов? Я знаю. Ой. Чай. Все вообще изи. Чего не играет на натворите? Смотри, что это? Стриги. Донат. ОМГ. Сам-то тебе просто так деньги дали, а ничего не задонатили. Ага. Задонатили. Пожертвовали. Как-то лучше. Так, дорогая прокачка очень. Ну, это того стоит. Да? Наверное. Потому что другое уже можно достать, да? Так. Да, сейчас третий можно заставить. Так, прокачать. Так. Будет. Да, вот теперь станет еще. Надо его на максимум скачать. Уже 13 минут с автоскипом проходим. Ну там в какой-то момент включали автоскип. Да. Ты говорил, опасные моменты здесь. Да. Опасные. Так.
Фиолетово прокачаю. Госкип быстрее, скип, появись. У меня в скип стоит. Скип, появись. Скип, так. У меня стоит уже 6 круто. На максимум. Такс. 6000, 6000. У них еще экранчик добавился. И экран HD. Так. Чего у него так много экранов? По приколу. Обрежился на стене. В принципе, вообще изи сейчас. У нас просто на изи справляется. Гигант глаз стоит. Да я не знаю, что ты пошел. Ты с тобой. О. Уже сколько на максимум? 3. Почти все, но ты не спишься почти. Ну да. А мне тоже немного осталось. Так. Уфу. Подожди, сейчас в инвест не заходи. А, ну все, молодец. Все равно хоть зайдет, хоть не зайдет, они его заставят. Продаем ферму. Так. Ура, изи. Я одного не успею прокачать за 20 тысяч. Сколько ты убьешь босса? Они уже начали босса бить. Ну и один только, а вот сейчас уже. Что-то как-то дорого. Долго. Вон. Вообще изи сейчас был в лобби. Сейчас тебе опыт дали и кубки. Я не знаю. Подарки. Подарки. Я не знаю, до сих пор подарки остались. О, 900. Ровно 900. Угадай, что мне выпало. Закрой глаза. Очень повезло. Так, теперь продаю все вот это вот. Ты тоже. Ну ладно, на этом в принципе все. Всем спасибо за просмотр. Ну и всем как бы пока-пока. Пока.